Привет, друзья! С вами Катя. И это у нас новая серия The Sims 4 «Психушка». Всем приятного аппетита и приятного просмотра. Мы начинаем. У нас тут в прошлый этой был пожар. Это лужа, что ли? Ты что, описался? Короче, у нас вот такая история. Так, Максимка у нас сейчас пойдет кушать. О, мы его сводили в душ. Сейчас у нас кушать пойдет. Сейчас он у нас покушает. И будем ему повышать общение. И досуг. Одновременно сразу ему повысим. Пускай у нас, наверное, в кролике общение пообщается, что ли. Так. Открыть кролика общение. Ага. Ярлык каждой музыки слишком громкая. Обувь давит. Я желаю, чтобы мне пришлось пойти в душ. Это плохо? А, я желаю, чтобы... Я жалею, что мне пришлось, господи. Это новостная лента была. Как хорошо, что у меня есть такой друг, как вы, Максим. О, шикарно. Блин, написать надо в кролике общения. Так. Что-то у нас в календаре. Так, шоу талантов. Шоу талантов. Блин, на шоу талантов, что ли, его отправить? Про сообщения. Бар караоке. Так, как туда добраться? События на данный момент не активно. Ага. Короче, не активно оно. Вот я думала сходить с нашими психами туда. Жалко, жалко, ладно. Так. Давайте кролики общения, что ли. Или, блин. Так. Это просто открыть. О, можно было. Как мне написать личное сообщение? Давай, я не знаю, просто пообщаемся. Сказать забавную историю. С доком пообщаемся, кто хочет. Давай просто пообщаемся, короче. Может быть, досуг улучшится. Давай поговорим о механике. Что еще тут можно? Узнать, как прошел день. Что еще тут можно? Так. Судить любимых писателей. О, досуг хоть по это. Спросить по любимого писателя. Что еще тут надо? Рассказать анекдот про ракушки. Чтобы... Давай хотя бы это. Поддержать. Ага. Так, поддержим растительность на лице. Так. Давайте обсудим технику фитнеса. Поговорить в кулинарии. Ага. О, круто, он еще и фитнес прокачал у меня. Это вообще отлично. Так.
Что у нас там дальше? Обсудить последнюю игру. Давайте обсудим последнюю игру. Так. Дай совет по ремонту. Давай совет по ремонту дадим. Так, что у нас дальше там? Ой, нет, не надо нам дискутировать. А, ну вот, посмотри в обценнице. Так. А, кстати, дорогой мой, давай иди выбросить мусор и начать обычную уборку. Давай, давай. И потом можно... Максим теряет известность. Так, надо это с Инстаграм, да, еще зайти? Давай с Инстаграм заходи. С Инстаграм. Там ты у меня заходишь сейчас, друженька. Так. Наверное, тебя... Так. Интерская ярмарка там у тебя какая-то. Так. У нас тут посчитаем это всем этим. Ага. Ладно. Ой, господи. Извините, не хочу я его, блин, чистить. Этот не воняет, я надеюсь. Нет, нет. Так. Что ты в 700 грамм ты зашел? Давай в 700 грамм заходи. Еще хотя бы там книжечку. Не хочешь книжечку писать? Так, написать книгу любого жанра. Фэнтези. Давай вот фэнтези пиши. Актриса-директриса. Круто. Название шикарное. Актриса-директриса. Давай, у тебя как раз и досуг это улучшится, и ты как раз это себе улучшишь. Уровень писательства улучшишь. И зачем ты ее оскорбить собираешься? Взял, оскорбил девушку. А она побежала этих жуков травить. Ну что, молодец. Пускай занимается собой. Сколько наш пишет. Хоть бы кто-нибудь рыбку бы половил из наших психов. Дынкой поболтать. Так, все. На работу наши психи едут. О, отлично, досуг хоть улучшился. Какое достижение Максим заканчивает писать книгу? О, отлично. Давай еще попиши. Давай. Давай еще попиши. Писать.
Так. Ну ладно, давай опять для детей напишешь. Давно мы для детей не писали. Так это что у нас? Молодец, накрыл на стол, какая красота. Синий башмак. А, красота. Будем писать на синий башмак. Ладно, ребята, Максим у нас пишет про синий башмак. Вот. Уже в следующей серии мы опубликуем книгу и отправим его в туалет. Все, на этом, ребята, все. Всем спасибо за просмотр. До следующей встречи. Всем пока-пока.